Всем привет! У нас, значит, идут дожди, и я решила выкопать лук, потому что он стал уже подгнивать, несколько луковин, в общем, стали гнить, и я решила его, значит, весь выкопать. В общем, я выкопала лук, и у меня получилось, ну, вот таких два мешка. Ну, тут по полмешка выходит. Это маленький мешок, а этот вот большой. Мешка, чуть больше половины мешка. Вот так я высыпала свой лук. Здесь где-то мешок лука будет, даже может быть чуть больше. Лук крупный в этом году. И очень рада. Вот такой вот урожай 2019. Вот лук крупный. В основном крупный. Средний и крупный. Мелкого совсем мало. Если в прошлом году был мелкий у нас лук, то в этом году вот такой вот. Прям крупный, хороший лук. Я очень рада. Вот, в общем, вот такие прям крупные головочки. В основном весь крупный. Вот. Здесь темно, не видно. Вот я сушить его сюда положила, потому что на улице идет дождик, сыро. И, в общем, приходится сушить его дома. Вот. Вот так поживают мои теплёшечки. Маленько подросли. Корм вот у них тут. Водичку. Водичку я им в баночку поставила. Ну, пока все живые. Не знаю, посмотрим. Вон там жарко. Мне приходится ставить вот так, открывать и ставить решетку. Вот. Мы вчера ездили в ленту. Специально вот за этими фаленопсисами. За этими орхидейками. Вот такие вот они неплохие. Корни хорошие у них. Вот. В общем, я купила 4 штучки. Потому что они были на распродаже. Была распродажа. Их продавали по 300 рублей. 299 рублей. Я вот им сейчас поставила подсветку. Потому что у нас там кирпичная стена. И света очень мало сюда проникает. Ну, вот такие вот листики хорошие. Вот. Немножко вот эти желтоватые. Ну, ничего, я думаю, они отойдут. Вот такая расцветочка. Какие названия фаленопсиса нету. Просто написано, что фаленопсис. Вот. Вот такие вот красненькие. Розовые. Они даже не розовые, такие светло-сиреневые. Вот, желтенькие такие. Вот такие красавицы. Белые. Мам. И вот такие вот красивые. Я вот на ночь засыпала, значит, смородину с сахаром. Вот у меня столько она дала сок. Вот. И вот теперь я хочу пробить блендером. Сейчас блендером пробью и поставлю на огонь. Пробью все блендером и поставлю на огонь варить. Вот так вот. Вот сварилась у меня, час варилась. Я, значит, вот перетираю. Вот здесь жижа. Я ложкой перетираю ситечки. Вот так. И вот у меня получается вот такой жмых. Потом я буду переливать в эти баночки. Ну, вот я беру чистую сухую баночку. Наливаю желе. Вот это так. На этом я заканчиваю. Всем пока-пока.